Всем привет, друзья! Загрузился я на Рубцовск. Вон, смотрите, у нас еще все начинается, зима. Погодка радует. Все ништяк, только ветер стоит сильный. О, загрузился я, короче, на Рубцовск. Сейчас иду заправляться. Заправляюсь, чай пью и стартую. Ночью буду. Здравствуйте. Что вы так меня снимаешь, что ли? Потому что, как я могу вас снимать? Вы что, проститутка, чтобы вас снимать? Юр, 200. 10. Или 20. Так ты определишь, 210 или 220. А сколько мне надо на 1000 километров? 250. Нет, 250 не надо. Давай 220. В розетку два пальца воткни. Воткнуть, да, сюда вот так вот сделали. Да, и 220 погодит. Заправился. Все нормально, машину отогнал. Заправляются автобусы. Все, ну вот, ребята, двигаюсь я по большевичке уже. Пока не получается задеть. Нормально все. Проскочил Бугринку. Поехал я в этот раз через Бугринку. Обычно через Абгэс проскакиваю. Но тут нормально как бы. Поддался навигатору, сказал, что так ближе будет. Вот. Ну а тем временем, смотрю, вот хоккей, получится у Сибири, Саша выигрывает, ну, гол, ай-яй-яй, ну, ну, ё-моё, такой момент надо было забивать надо, ребята, в общем, болеем за Сибирь, верим, ждем, надеемся, будет побеждать, надеяться, все-таки прошкребется она плей-офф. В общем, удачи, парня. Вот я выгрузился в Рубцовске. Поливаю обратно. Сейчас заеду в Алейск, скинусь в Алейске. Там немного груза надо будет перекусить, пообедать. И дальше в сторону дома. Поеду сегодня, приеду домой, разгружусь. И опять загружусь на Барнаул. Сразу пойду ходом в обратку с разворота. Зима уже совсем близко. Сегодня ночевал, было 5 градусов минус. Минус 5. Сейчас еду, сколько, 2 градуса на улице. Похолодало. Вылезли некоторые проблемки. Заключается в том, что у меня же 2 радиатора стоит печных. Получается, один кондиционера, второй родной печной. Так вот, который кондиционера, радиатор, он стоит первый на подаче. Его всего забило. Я его сейчас отключил. Сделал только на один радиатор. Ну вот, надо будет приехать домой, снять его, промыть, полностью его самого промыть снаружи, отдать ребятам, чтобы они его на этом, на станке на своем прогоняли, на промывочном. Вот, промоют, и будет опять жара в тачке, огонь будет. Главное, чтобы его опять не забило, надо будет, наверное, поставить кран с фильтром, чтобы перекрывать, чтобы закрывать, чтобы шламом все не забивало его. Ну а я тем временем двигаюсь дальше, двигаюсь на Алейск, я уже в Рубцовске разгрузился, разгрузили быстро ребята, спасибо им за это, на все про все где-то час ушел, потому что я приехал, начали где-то в 8:30, полтора даже, в 8:30 выгружать где-то, ну а время уже 10, а я уже отъехал километров, может, 20-30 от Алей, от этого Рубцовска, а что... Берусь до Алейска, ребят, надо будет перекусить, сесть, пока выгружать будут, кушать буду вот такую вот шнягу, каша гречневая с говядиной, блядь, дебил это, ну, буду кашу такую кушать, хорошая каша карасукская, стоит в районе 100 рублей, банка, по-моему, 110 где-то так вот, мясо в ней, настоящее мясо, ребят, не соя не какая-то, не белки, не жиры вот эти, а именно нормальное мясо. Вообще карасукская какой продукция вот эта, мясоконсервного завода, хорошая. Что тушенка у них именно с мясом, там почти нету жира, никак, то есть мало жира. Сок вкусный. Я беру обычно банку тушенку, возьму луковицу, одну хлеба и все это наворачиваю. Вот так вот получается. Кайфово. Ну вот как-то так кашка выглядит. Ничего такая.
как всегда, вкусная. Есть он спаржа, минес, батон. Так что приятного аппетита. Короче, попала я какую в рукомойник тут в пробках. А, да, пока сколько. До туда доедем, там же нахуй все растащит, блядь. Вон, парни говорят, короче, где-то в районе разъезда Иня, туда за разъезд Иня пробка аж. Правая проходная, две полосы, левая и средняя занята. Так что стоять придется, блин. Надо еще сейчас заехать, заправиться. Время что уже? Время 7. 7 доходит, пол восьмого. Пол девятому где-то надо на погрузке быть. Короче, попал. Подъезжаю только к источнику пробки. Сейчас будет это самое. Авария была одна уже. Вот она вторая, блин. Две подряд аварии. Ну как так вот можно было? Гаишника что ли притер, блядь? Непонятно нахуй. В общем, сейчас, по-моему, еще одна будет авария. Должна быть, по крайней мере, которая на самом деле все и держит. Вот, на погрузку уже надо быстрее шевелиться. А я тут стою, прохлаждаюсь в этой долбанной пробочке. Все говорят, это режим труда. А как вот, блядь, соблюдать режим труда, если вот у нас такие пробки? Вот? Ну, тут просто, ну, нереально. Я ехал, я просто вот в пробке потерял уже, наверное, час. Где-то час, может, полтора. Ну, вот как вот можно вот что-то соблюсти здесь? Да ладно, в городе, да, там, как бы, ну, расстояния небольшие. А если там на трассе? Бывает, что встанешь, как в пробку попадешь, как раньше было в этом... В Миасе, по-моему, пробка, мост ремонтировали. Так там можно было полдня простоять в этой пробке. Если выходные, то все, вешайся. Просто вешайся. Как можно соблюсти что-то, проехать? А существуют же тоже сроки, все дела. Так что, должен быть у нас свой российский режим труда и отдыха. А не так, что взяли европейский, переписали под Россию, чуть-чуть изменили и все. Так что... Вот он должен быть, вот этот радиатор идти, подключен. Вот он. Я его отключил, сделал вот так вот. Сейчас стало тепло в машине. Поэтому получается радиатор вот этот печной. Ну, а я тем временем пробки отстоял. Полтора часа. Получилось. Сейчас заправляюсь и иду на погрузку. Ну вот, друзья, я загрузился, все, выехал. Склада лечу в сторону Барнаула. Сегодня у меня будет Барнаул по плану, как я и говорил до этого. Значит, хорошей мне дороги, а вам приятного просмотра, вам удачи. Не забывайте смотреть, ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи, всем пока.